Спасибо большое, группа Red Planet. Сейчас заключительными тремя треками выступит, наверное, самая быстрая, самая тяжелая группа города Душанбе, Алязив. Типа привет. Я не очень силен в английском и в русском тоже. I'm not too strong in English and in Russian also. Здесь я не услышал еще ни одной песни, спетой на русском языке. Мы пришли восполнить этот пробел. I didn't hear any song in Russian here today. Right now we change it. Сейчас мы вам сыграем одну свою песню, которую мы написали всего неделю назад. Так. Ну вот. Я так смотрю, вы все собрались ради рок-музыки. Ну так вот, мы сейчас вам сыграем быструю акробатическую попсу. И разгоним вас всех отсюда. Так, песню, ну, пока мы ее называем «Бездна», «Бездна знаний». Извините, мы сейчас это. У нас барабанщик перестроится. Our drummer will change his drum kit. Так. Что-то смотрю, сплошные знакомые лица. Привет всем, кого я сегодня еще не видел. С кем еще не успели поздороваться. Как настроение? Что-то по вам не видно. So, how do you do? Hi. Woo! Okay, you are not so hot, but it's okay, because it is end of autumn. Okay. With metal in our hearts, we'll start. Come on, help us. Hey, 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 hey! No! Go on, please! Sure! Come here! Кто здесь металлисты, я или вы? Окей, у барабанщика опять проблемы. Так что будем пытаться вас заводить. We try to make you hot again. Окей. Okay.
You know, there's someone broken. Подходит к концу. Чем ярче их лица, тем ближе их гибель. Ты скоро увидишь гламурные трупы, розовый гроб и в пудре могилы. Память у моей стала, придется иногда заглядывать вон туда. Так.
сейчас будет еще одна вещь. Почему мы, в принципе, и называемся Аль-Азиф? Кто-нибудь знает, как нас зовут? Our name band is Al-Azif. Don't you know who is called Lovecraft? Don't you know? Okay. So, следующая песня будет Al-Azif. Текст, кстати, написала молодая певица Язва. Она здесь. Так, ну и сейчас мы попробуем ее исполнить сами как-нибудь. Чтобы тьма над тем воцарилась, вам песни пел, где бы вы ни шли, бог богов и демонов ночи. Создавали бы города свои, и день стал намного короче. Всего и лишили жизни и плоти. Не считали вы и своим врагом, это были старшие боги. Хаос вас собрал, но велик ваш род, своего вы однако дождетесь. И сквозь все миры на плоть земли древний Азат вот поведет вас. Худей задело, то вновь разнется надолго. И силы зла, и великий рог отворить рода вам помогут. Плюс хоть день пройдет, и по всей земле расплодятся ваши стада. И напомнит вновь это жуткий вой, что древние были всегда. Так, сейчас мы собираемся сыграть пару каверов на
известные не русские команды. Так. И начнем мы с такой замечательной доброй песни, которая очень подходит для прослушивания осенними вечерами, особенно вдвоем в романтической обстановке у камина. Эта песня называется «Черная магия». You know, it is very romantic song, you know, very quiet. Yeah, it is a song about love, about our love to evil. Come on, louder! I can't hear you!
time to die! They stand behind the doors! Satan says his words! Demons break out of hell! Shrill cries! Angel dies! Kill cries! Outbreak of evil! Swords and axes, they fight hard. In the massacre, defend the whole spot. Kill Christ, angel dies. Kill Christ, outbreak of evil. Evil, outbreak of evil. Спасибо всем. Спасибо, Аль-Азиф. Спасибо большое, уважаемые зрители. Наш концерт заставляет мерзнуть. И нам очень повезло сегодня с такой замечательной погодой. Благодарим за внимание. Thank you so much. Thanks to Aliziv Group, to all the participants, and to Gurmitch Museum. We cannot make you wait longer in such a cold weather, but we were very lucky with the weather. Thank you so much for attending. Goodbye.